Машин в городе много, кое-где в часы пик образуются пробки. Плюс ко всему, состояние дорожного покрытия беспокоит автомобилистов. Ямы на дорогах – вот главная проблема весны для водителей. Коммунальщикам остается только заложить их кирпичами или засыпать вторичным асфальтом. Да много они везде, если честно, потому что не делают, наверное. Ну, разбил после зимы, всегда так бывает. Как в деревне самой глухой, где дорог нету. Мне на новой машине через месяц всю подвеску надо менять. Дорог нет вообще. Яма на дорогах, появляющаяся после схождения снега, явление традиционное. И говорят об этом практически каждую весну. Но несмотря на это, не стоит забывать, что такая ситуация может быть опасной для всех участников дорожного движения. Опытные автомобилисты знают самые проблемные участки дорог и стараются перемещаться по городу объездными путями, дабы в буквальном смысле не влететь в дорогостоящий ремонт. Но предугадать, где появится яма, сложно. Заделанные дыры очень быстро размывает осадками и талыми водами. Их надо объезжать, могут быть и, так сказать, ДТП возникать из-за этого. Ужасное состояние дорог. Дороги надо ремонтировать и как можно лучше. Выезды из города тоже разбиты все дороги. Разбиты дороги все после зимы. Постоянно или колесом заедешь, или еще что-то. Ну, не делают дороги, плохо делают. В администрации сообщают, что департамент городского хозяйства контролирует состояние дорог не менее 2 раз в неделю. Об участках, доставляющих автолюбителям наибольшие неудобства, предлагают информировать по телефону 977-54 или оставить заявление на сайте «Умные Саров».